Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 1 апреля, я вот сейчас пошла в теплицу высаживать томаты более ранних посевов. Сегодня хотела еще досеять несколько сортов скороспелок и для позднего хранения. Но посмотрев на всю вот эту ораву, решила, наверное, что нет, не буду. И вот тут же хочу ответить на вопрос. Зачем так рано сеять? Зачем так рано высаживать теплицу? Я сею не рано, я сею всяко. И рано, и поздно, и средне. Потому что я уже говорила, что томаты должны быть разных сроков посева, разных сортовых характеристик. Ну, по крайней мере, надо стремиться к этому. И хочу показать, что у меня есть еще и вот такие посевы. Вот сейчас мы с Катей вынесли их на прогулку погулять. Вы видите, что даже нет еще настоящего листика. Это как раз вот те томаты, которые с коротким сроком вегетации, которые ранние, скороспелые, которые могут за 60-70 дней вырасти и вызреть. Вот их еще даже до пикировки они не доросли. Есть томаты, которые нужно пикировать. Видите, вот это шапками стоят. Есть томаты, которые в маленькие стаканчики распикированы. Есть томаты, которые вот там... Сейчас пройду дальше, покажу. Есть томаты большие, средние и маленькие. Всему свое время. Те, которые посеяла рано, высаживаю в теплицу. Те, которые посеяла поздно, пока еще только растут. И в ранние сроки в теплице высаживаю, конечно, вот только те, которые уже достигли такого возраста. У меня, короче, если вот пройтись, вот всю линейку посевов пройти, там для открытого грунта ранние, там для открытого грунта среднеспелые. Вот здесь уже пошли для теплиц неотапливаемых. Вот эти томаты буду высаживать, ну, недели через 2-3 в неотапливаемую теплицу. Они пока что в стаканчиках 200-граммовых. Сейчас я их сижу, занимаюсь тем, что перекидываю в 500-граммовые стаканчики. За 2-3 недели они как раз нарастят корневую систему и будут готовы к высадке в теплицу поликарбонатовую без обогрева. Все, вот видите, вся моя орава. Что-то у меня, короче, это вредная привычка сеять много сохранилась. Не могу никак отвыкнуть. Я же вот говорила, что много сеяла на рассаду, на продажу. В этом году мне нужно всего 2500 сеянцев. По-моему, получилось больше и намного. Не знаю, второй раз еще не считала. Эти-то посчитать можно, а те, которые в лотках, вот шапками, их еще не счесть. Потом будет проблема, куда девать, потому что всем уже сказала в прошлом году, что рассады не будет. А она вот образовалась немножко.